Британская актриса попала в объективы папарацци во время прогулки со своим новым бойфрендом в Нью-Йорке. О личной жизни актрисы Сиенны Миллер давно не было новостей. Ранее звезда славилась громкими романами. Сиенна долгое время была в отношениях с актером Томом Стариджем, а до этого встречалась с Джужом Лоу, Рисом Ивансом, Орландом Блумом, Джеймсом Франко, Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо. Наконец стало известно о новом романе Сиенны. Папарацци застали ее во время прогулки по Нью-Йорку с новым бойфрендом, 27-летним галеристом Лукасом Ц. Вирнером. Пара не скрывала своих чувств, возлюбленные держались за руки и целовались. А Лукасе известно, что он занимает 21 место в рейтинге самых завидных женихов планеты по версии журнала Town and Country. В 2015 году молодой человек закончил Йельский университет, а затем начал работать со своим отцом, известным издателем и галеристом. К слову, о предыдущих отношениях Лукаса пока ничего не известно. Сиенна Миллер старше нового возлюбленного на 10 лет.